В станице Анапской в минувшие выходные прошел детский день здоровья. Бесплатный прием провели педиатры, а также врачи узких специальностей. Для ребят были организованы бесплатные исследования – ультразвуковое и электрокардиограмма. Напомним, что детские дни здоровья проходят в Анапе по поручению главы города-курорта. С просьбой организовать такие мероприятия к Сергею Сергееву обратились общественники. Всего за субботу на детском дне здоровья побывали более сотни ребят – в том числе 30 в возрасте до года и 7 детей-инвалидов. Позвонил педиатр наш, нам годик, нам надо проходить плановых всех врачей. Очень удобно, не надо ехать в Алексеевку, не надо занимать бешеную очередь, ждать месяц. Пришел, все прошел, все на месте, это очень удобно. Для детей хорошо и для мамочек. Детишки до года, которые должны проходить медосмотры, пришли в нашу амбулаторию, проходят непосредственно обследование здесь, им не надо выезжать в городскую поликлинику детскую. Всех специалистов они прошли, не подходили здесь. Они сделали УЗИ, они сделали электрокардиограмму. Побольше таких дней здоровья, чтобы была более приближена доступная помощь узких специалистов.